Что за вид? Случилось что-нибудь, а? Ну, разумеется, случилось, Александр. Наши лошади испугались пустой черной кареты в каком-то переулке. На мойке. Да-да, на мойке. Санки в дребезги, и гвардии гусары являются на бал пешком. Ну, разумеется, Жорж. Пушкин здесь? Александр Сергеевич еще не приезжали. Александр. Да? Александр, здесь будет Пушкин. Чудесно. Наконец-то меня представят ему. Пушкиным я даже не знаком. Боже мой, сестры Борятинские снова в Петербурге. И всех тех же детских платьев. Очень мило. Скоро на балах не будет прохода от старых дев. Скажи, ты меня слушаешь? Да-да, конечно, Александр, конечно. А, понимаю, понимаю. Сам. Ну что ж, не буду тебе мешать. В толпе я отдохну. Как говорит твой Арбенин. Если вы подарите мне первый вальс. А я уже не надеялась. Мы с вами не виделись 10 дней. 11, Мишель. 11. Благодарю. Значит, и вы считали дни. Часы. Не угодно ли взглянуть? Санкт-Петербургский Ромео и Джульет. Позвольте, говорят, Степан Степанович почти жених. В его-то возрасте. А вдруг? Кто не рискует, тот и выиграет. Вот, вы опять сбились с такта, Мишель. Хорошо, я буду считать. Раз, два, три. Граф Бенкендорф, их сиятельство в бальном зале. Где это случилось? На Черной речке, ваше сиятельство. Смертельно? Как говорят, смертельно, ваше сиятельство. Его доставили в свою квартиру на мойке. Прошу просить, сэр. Я должен немедленно ехать к его величеству. Господа, слыхали новость? Говорят, Пушкин до того запутался в долгах, что заложил драгоценности жены и даже серебряные ложки. Бедная Натали. Ее утешит Дантес. Ну, Ксан. Все время смотрите на дверь. Я жду Пушкина. Пушкин сегодня будет здесь. Пушкин будет говорить со мной.
И вам не страшно? Страшно и весело. Ваше сердце принадлежит только Пушкину. Нет, нет. Я счастлив еще и потому, что вижу вас. Еще и потому. Сегодня я вижу вас. Вы не хотите мне ответить? Я благодарна Богу за то, что вы здесь. Вы сегодня слишком много танцевали. И я был лишен удовольствия представить вас графу Бекендорфу. Разве уже поздно? Граф только что уехал. Его неожиданно потребовал к себе государь. В такое время? Что-нибудь случилось? Сенарьяна, кажется, на дуэли с Дантесом убит камер-юнкер Пушкин. Пушкин? Ваше благородие, не велено пускать. Доктор, что Пушкин? Жив? Скажите мне. Почему друзья приходят тогда, когда человек умирает, а не тогда, когда он нуждается в них? Теперь поздно. Thank you.
Мишель, что ты здесь делаешь? Что с тобой? Пушкин умирает? Ой, Севрик, Себьяна, Трист. Государь очень опечален. Кельсю прэм бонте. Какая доброта. Мы все со слезами на глазах благословляли нашего обожаемого монарха. Ну да, ты, очевидно, еще не знаешь. Ведь государь велел передать Пушкину свое прощение. Какая милость после всех этих дерзостей. После дерзости? Святой наш, Моше. А Пушкин убит. Дуэль есть дуэль. Дантес должен был защищать свою честь. Честь? Ну да. Какое дело русскому народу до чести какого-то проходимца? Пушкин убит. У тебя расстроены нервы, Мишель. Прекратим этот разговор. Нет, я отвечу. Я всем вам отвечу. Где жажды мести, поникнув гордой головой. Погиб поэт. Погиб поэт, невольник чести. Поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы жадной толпой стоящие у трона. Свободы, гения и славы палачи. Свободы, гения и славы палачи. Но эти все под сенью закона. И нами суд и правда все молчи. Оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной крови. Поэта праведную кровь. Вновь кровь. Рифма не хороша. Но стихи запоминаются. И вы
вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Что ж, после смерти говорит дерзость. За чужими устами. Эти стихи, ваше величество, распространяются по Петербургу в тысячах списков. Слава богу, что хотя бы один список попал в твои руки, Александр Татарович. Значит, корнет Лермонтов сочиняет стихи. Сколько ему лет? 23 года, ваше величество. Так, так. Ну что ж, счастливого пути, господин Лермонтов. Что вы изволите сказать, ваше величество? Что с тобой, граф? Ты столько лет занимаешься поэзией, а поэтические насказания тебе не вдомек. Я сказал, счастливого пути, корнет Лермонтов. Не пугайся, не пугайся. А что ты тут делаешь, братец? Вспомнили стихи, ваше благородие. Что? Я их пишу для памяти. Стихи? А ну, покажи. Знаешь что, лучше прочти сам. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, с
свинцом в груди и жаждой мести поникнув гордой головой, а-а-а, не вынесла... Зря читаешь, брат. Стихи неважные. Стихи чудесные, ваше благородие. Кто ты такой? Ссыльный солдат, ваше благородие. Имя? Рядовой 44-го Нижегородского драгунского полка Александр Адоевский, ваше благородие. Адоевский? Поэт? Так точно, ваше благородие. Бог мой, какая встреча. В этой пустыне найти единую живую душу. Я Лермонтов. Лермонтов? Ну да, Лермонтов. Благодарю вас. Позвольте, за что же? За долгие годы ссылки. Это мой первый радостный день. Кто это? Это Нина Александровна Грибоедова. Грибоедова? А мы не уберегли другого Александра, Александра Пушкина. Пойдемте. Батюшка, с Лермонтом! Давай, ты где-то пропадал. Там. Я целые дни в седле. Что за прелесть, Кавказ? Солнце, горы, свобода. А ты все такой же храбрец и красавец. Хорош? Хорош. Чтобы быть истым кавказцем, тебе не хватает одной побрякушки. Чего? Прими этот дар. Спасибо за подарок. Спасибо на здоровье. Теперь подкрути свои боевые усы. И оглушай здешних красавиц. Ну, я вижу, Кавказ тебя не исправил. Да, не серди. О, прекрасно. Дядька, вина, рубок. Нет, нет, постой, нам надо торопиться, нас ждут. Нет, твой. О, я вижу, ты не забыл поэзию. Да, я пишу, я много пишу. Здесь стихи и поэмы валяются на дороге, как камни. Ты знаешь, я перенес место действия демона на Кавказ. И над вершинами Кавказа изгнанник края пролетал. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. И глубоко внизу, чернее, как трещина, жилище змея, велся излучистый Дарьял. И Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте ревел. И горный зверь, и птица. Ну как? Правда ведь это лучше, чем детский бред об Испании, который я не видал. Ничего. Ну, поедем. Подожди. А ты знаешь, третьего дня один монах из Мцхета мне рассказал чудесную историю. Сейчас я ее отыщу. О юноше Мцы. Мцы это... Это послушник. Прости, мартышка. Прости, мартышечка.
Каким-то неприятным известием? Нет, нет. А знаешь, мартышка, а? Не отпраздновать ли нам нашу встречу? Вспомним доброе гусарское время. Зовем песенников. Затем что? Вот таким, Миша, я тебя люблю. Браво, корнет! Улев! Улев, господа, в центре! Но сегодня тебе везет. Пистолеты и деньги твои. Миша, мне сегодня тебе всегда. Миша! До генерала Мартынова. В будущем, мартышка. А почему не за поручика Лермонтова? В будущем. Нет, мне судьба остаться корнетом. Если бы я и хотел быть генералом, то разве что в русской словесности. За здоровье генерала русской словесности. Где друзья минувших лет? Где гусары коренные, председатели бесед, на бутыльники седые. А теперь, что вижу страх, и гусары в модном свете, ведь в мундирах в шмачках вальсируют на паркете. Говорят, умней они, но что же слышим от любого? Ах, Жомини, да Жомини. А водки? Не полслова. Жомини, да Жомини. А вот и послала. А что? Что произошло? Что? Придумал. Господа, что придумал? Миша, ну вы всегда. Набирай еще. Ловко придумано. О, нет, это к черту. Это у меня оскомина от этих азиатских воплей. Нет. Хорошо, Миша. Пусть поет. Я скажу ему, что ты русский певец, и он споет в твою честь. Как знаешь. Унгаре, русым террас. Хмари гаут корсне, кадавиче, эпшевико, хелита, мика мокосна, момилда, имплосет слита, хелита. Вегар гавузен, игиса, мовкал гулита, хелита. Вегар гавузен, игиса.
чудесно. Ваче, о чем он пел? Переведи, Ваче. Ваче. Ну, как тебе сказать, Миша? Он пел о витязе в тигровой шкуре, о том, как юноша победил тигрицу, понимаешь? Чудесно. Чудесные песни, Ваче. Спасибо. Мы это лишнее, Корнер. Деньги дали и довольно. Чего зачем ехаться с грязными? Миша, что дает вам право так обращаться с простыми честными людьми? Мундир? У тебя такой же мундир, как у нас. Да, к моему стыду, он такой же, как и у вас. Вы забыли, за что вы попали на Кавказ, Корнет? Нет. Этого я не забуду никогда. Как старший в тени, я вам приказываю замолчать. Ну, постойте. Что вы, господа? Постойте, господа. Может быть, хотите получить удовлетворение, господин майор? Нет. С бунтовщиками не стреляются. Не хотите быть мишенью? Миша. Стыдно, Миша, Миша, ну что ты делаешь? Миша. А ну вас всех, черт, ну постой. Миша, 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 он бешеный, господа. Четвертый день нет, и штаб уж за ним присылают. Все в горы, да в горы, и что он нашел там в горах? Ну что, я в другой раз тогда зайду. Передай, что заходил Адоевский. Запомни Адоевский. Адоевский. Миша, Мишенька. Саша. Саша. Саша, милый! Ну, здравствуй, Саша. Миша. Не ожидал? Как же тебя не хватало, милый Саша. Как хорошо, что ты здесь. Ты знаешь, у меня мутится голова от здешних роз, Макенбард. А ты почернел, исхудал. Здоров ли? Здоров, здоров. Да что же ты, я? Ты, наверное, устал. Идем. Идем, я тебя угощу кизлярским. Да, брат, ссылка – это всегда ссылка. Будь это самый волшебный край на земле. Как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ. Это ты очень хорошо сказал, Мишенька. Временами Кавказ мне представляется второй родиной. Может быть, от того, что я знаю эти горы с ребяческих лет. Но я отдал бы левую руку, чтобы сейчас перенестись в Москву. Или в Петербург. А я остаток жизни за один только летний вечер в полях, за шум старых лип. Александр, у тебя Сибирь за плечами. Будем вместе в Петербурге, будем. Мишенька, ты ведь знаешь, что меня не помилуют. А ты усердствуй, муштрей службе, будь ратимым. Будь я на месте царя, я бы позвал к себе солдата Адоевского и сказал, что же ты, братец, усы у тебя не нафабрены, шинель горбом, шаг печатать не умеешь, а ждешь высочайших милостей. И показал бы я этому Адоевскому шиш. Ты ведь знаешь, что государь не помиловал почти никого из участников декабрьского мятежа. Ты вернешься в Россию. Миша, ты нужен ей. Тебе дан великий дар, с тебя многое взыщется. Ты должен писать, писать кровью, всем сердцем, вкладывая в перо все, что в тебе есть человеческого. Пойми, если не ты, то кто же напишет правду о нашем проклятом времени? Thank you.
этот Лермонтов! Толпой угрюмую и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Какой глубокий и могучий дух! Да-да. О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Такого успеха я не запомню с времени Онегина. Это настоящий праздник для издателя. В таком случае у вас сегодня и труд на 10-й праздник. Вот и господин Лермонтов. Господин Лермонтов, честь, честь для меня, я очень рад. Попрошу вас пройти со мной. Здесь Александр Сергеевич Пушкин и Александр Сергеевич Грибоедов сиживали. Господин Белинский. А мы старые знакомцы. И еще по Московскому университету. Да, как же. Прошу вас, господа. Картина кавказской природы описана с большим поэтическим чувством. Кто этого нынче не умеет? Принесите журналы МОД. Пожалуйста. Отправьте к господину Жуковскому. Слушаю. Что вы желаете, сударыня? Есть у вас повесть Лермонтова «Белла». К сожалению, все издание распродано. Жаль. Сударыня, я поищу для вас. Знаете, Гоголь писал незримо. Он просил передать, чтобы вы берегли себя. В России очень мало поэтов, и слишком горька их судьба. Поэтому Гоголь советует вам... Вести себя благопристойно, тихо, скромно. Так? Господин Белинский, вы критиками вашими показали, что знаете душу поэта. Объясните мне, почему наш великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь и моя бабушка словно сговорились? Ведь бабушка мне тоже советует беречь себя, кутать горло, бояться простуды. Михаил Юрьевич, я читал вашу думу. Я знаю каждую строку, написанную вами. Это мог написать человек с душой и талантом, а не пустой офицер, занятый балами, интрижками и службой. Я не поэт, я офицер. У меня нет времени для поэзии. У меня разводы, парады, балы. Или, может быть, вы мне дадите отставку? Отставку? Нет, отставку от поэзии вам дать невозможно. Жаль. Очень жаль. Когда умирает поэт, не находится даже слов, чтобы почтить его память. Так умер Пушкин. Умер Рылеев. Теперь Адоевский. Что, простите? Поэт Адоевский умер на Кавказе. Человек, которому я обязан больше, чем тем вам. Умер на Кавказе. В ссылке. Один. Если он написал перед смертью какие-нибудь стихи, то ни мне, ни вам их не увидеть. Нам запретят произносить его имя. Нам запретят помнить о нем. Перед своей смертью солдат Адоевский, находясь в горячем возбуждении, непрерывно звал поручика Лермонтова, называя его попросту Мишей. Значение слов Адоевского в целости понять не удалось, но если судить по отдельным выражениям, речь его содержала надежду на Лермонтова, как на великого поэта, могущего зажечь пламя негодования против несправедливости государственной и нищеты духовной господствующих кругов. Что у здорового на уме, то у помирающего на языке. Мудрые слова, ваше сиятельство. Кроме того, осмелюсь доложить, сочинение поручика Лермонтова «Не верь себе, дума, поэт» возбуждают умы. Погоди, а тебе известно, что поручик Лермонтов написал премьерскую эпиграмму на сына французского посланника Дворана? Не имею чести знать, ваше сиятельство. В таких случаях советуйте отвечать так точно, знаю, ваше сиятельство. А если Дворан об этой эпиграмме еще не знает, то пусть узнает. Слушаюсь, ваше сиятельство. Государь на днях изволил заметить, поэзия есть вещество взрывчатое. Что же вы собираетесь делать, Лермонтов? Я? Праздновать чин поручика. Срывать цветы удовольствия. Thank you.
По-прежнему. Сыпан победами, как Даная золотым дождем. Знаешь, кто это особо в домино? Не лги, что не узнал. Это ее высочество. А, царская дочь притворяется, что она не наша. Бал маскарад. Как жаль, что миновали времена, когда поэты и министрели жили при дворах королей. Мы пытаемся их приручить, ваше высочество, но... Но то, что не удавалось вам, именно... Иногда удается женщине. Готов идти в любое пари, что этот поэт неожиданно может иметь фортуну при дворе. Этот поэт? Ну, скорее, гильотина. Россия не Франция, барон. О, ну тогда виселица. В Петербурге так много говорят о вас, господин знаменитый поэт. Я не поэт, Маска. Я только гвардейский поручик. Да, но твой талант сравняет тебя с генералом. Талант? Нет, на меня просто мода, как на чепчик, привезенный из Парижа. Говорят, что сэр Вальтер Скотт воспел твоего шотландского предка, ты помнишь? Гоняясь за вами, твой предок попал во дворец к одной царственной фее, ты помнишь? Как-нибудь во дворце мы потолкуем о Вальтер Скотте. Я не люблю Вальтер Скотт. И кроме того, мне нравятся такие лани, которые бегут не во дворец, а убегают от него подальше. Да, но если они убегают дальше дворцовых лужаек, их настигают пули сторожей. Вам это известно, господин поэт? Ну что ж, к свисту пуль я, пожалуй, привык, ваше высочество. Отец мой говорит, свистят лишь те, что пролетают мимо. Лермонтов, что ты сказал ее высочеству? Не помню. Я требую, чтобы вы мне ответили. С кем имею честь? Я не шучу, поручик. А я вам прямо смеюсь. Я хохочу. Поручик Лермонтов. Стреляйся со мной, Александр. У тебя прелестный случай взлететь по дворцовой лестнице на самый верх. А быть может, еще выше. К самому небу. Карету ее высочества! Карету ее высочества! Разрешите пригласить вас на мотор. Я не так.
побледнели, шериф. Вы устали? Прошу вас, принцесса, отдохните. Я не имел чести присутствовать на вашей свадьбе. Кавказ далек. Позвольте мне нынче поздравить вас с княжеским титулом. Вы должны пощадить меня, Миша. Примите поздравления. За один вечер вы стали самым модным человеком во всем Петербурге. Здесь только и говорят, что о вас. Ну, есть. Кому я обязан? Один поэт, так и не нашедший себя фортуны при дворе, написал несколько прелестных эпиграмм. И одна, апропо, близко касается вас. Ну, угодно ли. Все рублей. Мне не нравится ваша пиджама. Как? Разве вы тоже служите в цензуре? Кому назад три года? Мой мейер ами, месье барон Жорж Дантес, он... Так, прошу вас, продолжайте. Он стрелялся с один русский поэт. Пушкин, милостивый государь, принадлежит векам. И имя Пушкина для нас свято. Но когда мы собираемся произнести «убийца», мы говорим «Дантес». Вы пользуетесь тем, что ваша страна была запрещена закон, будь это Франция! России, господин барон, так же строго следует правилам чести, как и в любой другой стране, в том числе и в вашей. Мы, русские, безнаказанно оскорблять себя никому не позволим. Пусти! Я к вашим услугам, господин барон. Мерси! Мерси, месье! Мерси! Мишель, я готов быть вашим секундантом. Но пусть вашим Остановитесь, господа! Стойте! Пустяки! Перейдем на пистолеты? Сюда, Мляс? Мерси, месье! Мерси! А знаешь, трава до сих пор пахнет. Так в деревне у бабушки пахнут бревенчатые стены. Дорого я дал бы вместо всей этой смертельной чепухи за груду чистой бумаги и очиненные перья. Местам, господа! Ну, Миш,
Садитесь. Простите, Михаил Юрьевич, простите, что я добивался этого свидания, но я чувствую себя вашим другом. Хотя, может быть, вы этого не хотите? Ну что вы, прошу вас, Семен Георгиевич, прошу садиться. Давеча мы не окончили наш разговор. Помните, в лавке у Смердина. А здесь нам даже будет удобнее. Ведь это единственное место в России, где можно говорить свободно. И все же лучше полголоса. Прошу. Что в Петербурге? Что в Петербурге? В Петербурге еще не отучились удивляться, что господин де Барант, который вас хотел убить, гуляет на свободе. А вам грозит ссылка. Нет. Меня помиловали. Государь заменил ссылку отправкой в Тингинский пехотный полк на Кавказ. Да, конечно, ссылка на поселение не грозила смертью, а Кавказ ей грозит на каждом шагу. Такова царская милость. Берегите себя, Лермонтов. Вы давеча обиделись на меня и, может быть, сейчас накричите. Я ведь знаю, что человека с вашей душой нельзя ни запугать, ни спутать. Но я боюсь, что вы потеряете веру. Вы так яростно отрицаете настоящее, что не захотите уверовать в будущее. А время исправляет ошибки. Я верю, что мир будет устроен разумно. Подумайте, ваши стихи прочтут не только современники. Впрочем, вы все это знаете сами. Что же мне делать? Жить. Жить, как жили Гёте, Байрон, Пушкин. Полноте. Я не достоин чинить империю. Вы лучший поэт России. Я поручик Тингинского полка. Поверьте, господин Белинский, что знамя моего полка не будет посрамлено поручиком Лермонтовым. Я буду сражаться так, как мне велит долг русского воина. Богу молиться. Позвать ко мне дурака. Начальник авангарда немедленно к генералу. Начальник авангарда к генералу. Ну, в чем же дело? Обыкновенно.
военный же приказ. Суворовской помяни, Господи, раба твоего Александра. Прорваться, обойти, сбить. А ты мне отбой барабанишь? Ведь ты же мне всю операцию сорвал. А ваш пожарец, этот мост пройти невозможно. Там 6 орудий бьют сверху, и наверняка солдаты не могут идти. Потому что их не умеют вести. О, рифма. Что-что? А вам что здесь угодно, господин поэт? В сентенциях ваших нужды не имею. Ступайте! Вон они, ваши рифмы. Благодарю, ваше происходительство. Ваше происходительство, реши доложить... Вашу шпагу. Слушай, ваше происходительство, здесь позиция, ваше происходительство. Принять шпагу. Еще скачет. Лермонтов, по вашему приказанию. Что за вздор? Трубу. Воля! Вперед! Ура! Не люблю я стихов. Не люблю. А ваши рифмы мне в самое сердце жгут. Как это? Ведь были схватки боевые. Да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Черт меня побери совсем, а? Но кто бы мог написать такие стихи? Никто. Только ты. Но отличать тебя, голубчик, не велено. Не отличать, не отмечать. Слушай, кому это ты там насолил в Петербурге? Я думаю, себе, ваше происходительство. Ну, если отмечать тебя не велено, то наказывать я тебя обязан. Гойхтинский лес раз, река Валерик два, и этот чертов окаянный мост три. Кто вам позволил лезть на рожон, милостивый государь? Ну что, походных гауптвахт я при себе не имею. Поедешь ты в Пятигорск. Да-да-да-да, на кислые воды. Ваше. И там ты мне будешь писать стихи. Под липами, а не под ядрами. Ваше, пощадите. Меня пули не берут, клянусь честью. Да неужели? Да, мне цыганка одна нагадала, что я умру не от пули, а от злой жонки. Ай-яй-яй-яй. Довольно, ты мне голову не морочь. Пятигорск и кончено. Что? В конце концов, была пустяшная ссора. Нет, нет. В вопросах чести я педант. Всему есть мера, брат. Да дерзит он постоянно.
поэт. Поэты мы оба. И у обоих есть неплохие стихи. Ты послушай. Вот. Это его. Клянусь я первым днем творения. Клянусь его последним днем. Браво, браво. Вот именно его последним днем. Я положительно любуюсь, как ты наивен. Что? Осторожней, князь. Стоит ли сердиться из-за рифм? Все суета, все предрассудок, честь. Дуэль? Смиримся, Николя. Пусть этот шилун Мишель строчит на нас какие угодно эпиграммы, ведь он поэт, избранник. Но если он извинится, я готов забыть. Забудь, Николя. Что нам до шумного света? Нам наплевать, что скажут в Петербурге, когда узнаешь, что бывший кавалергард уклонился от дуэли. Повторяю, осторожней, князь. Стой выше этого. Пусть говорят. Вооружен со всех сторон, усы кинжалы и гажон. Не может быть. Помилуйте, мы слышали об этом своими собственными ушами. Господа, как он сказал? Шайка бездельников вооруженных ларнетами. Но этого я не простил бы никогда. Но то, что ты простил ему, майор, кинжал. Разъяренный пистолет. И, наконец, последнее, вооружен со всех сторон. Усы кинжалы и гажон. Довольно. Я ему отвечу. Господа, заступник нашей чести, благодетель вы наш. Браво, Мартынов! Ура! 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 Скоро Пятигорск. Я возлагаю большие надежды на живительный воздух Пятигорска. Не следует забывать также о превосходном действии кислых вод. Воздух, Машер, и воды, Машер, а главное покой. Покой, покой. Я очень устала и хочу пить. Я прикажу остановиться у какого-нибудь духа. Пожалуйста, ваш свет. Есть лучшие кавказские закуски. Не хотите ли вина, Шари? Я прикажу подать, пожалуйста. Каштинская, кизлярская. Подожди, я выберу сам. Пожалуйста, ваш свет. Может быть, вы пойдете со мной? Нет, благодарю. Я очень устала. А воздух пьянит, как старое вино. Здесь нужен поэт. Как жаль, что Лермонтова нет сегодня с нами. А я, напротив, очень рад. С тех пор, как этот лорд Байрон Пензенской губернии появился в нашем Пятигорске. Вы стали любимой мишенью его стишков. О. Да, он жаль, как злая та. Не кажется тебе, что наконец пора хорошенько проучить нашего милого Миша? Да, его остроты. Борис, да. Собственно, все решено. Условия дуэли будут следующие. Какой дуэль? Барьер в 10 шагах, пистолеты Кухенрайтера самого крупного калибра, а в случае промаха стреляться не менее 3 раз. Помилуй, князь. И ты собираешься вызвать Лермонтова? Вспомни его любимую игру в туза. Это же как фокус. Он кладет пули в пулю, и ты собираешься его вызвать. Нет, я буду только его секундантом. Кто же будет стрелять? Мартынов. Мартынов? Там дружба со школьной скамьи. Когда же они успели поссориться? Я решительно ничего не понимаю. Выстрел, который прозвучит здесь, он... Короче говоря, дуэль состоится сегодня, в 19:00. Ах, пожалуйста. Я встретил здесь целое общество. Бог мой! Что с вами? Шири! Шири!
вы хотели отдохнуть? Едемте. Едемте сейчас же в Пятигорск. Скорее. Берите гнать лошадей. Но... не думайте возражать мне. Я так хочу. Нету их дома. Нету. От коменданта тоже присылали. Солдат два раза приходил, не застал. А слуга их не сказывал, что барин с Александром Ларионовичем с утра верхами уехавши. Знаешь, Мишель, кто-то так разъярил Мартынова, что он и слышать не хочет о примирении. Ну ты пиши тут стихи под липами. Под ядрами куда спокойнее. Пойми, нас ждут. Пусть ждут. Ведь глупо ехать стреляться в такой чудесный день. Что? Я ничего не понимаю. Мише! Мише! Оставь, наконец, эти неуместные шутки. Слушай, Васильич, я давно тебя хотел спросить. Почему ты меня так ненавидишь? Что-что? Почему ты меня так ненавидишь? Я? Ну, позволь. Позволь, Мишель. Ты не смущайся. Я это знаю давно. Ну, хорошо, поедем. Пойми, на бал и на дуэль не опасно. А, смерть подождет. Нужно до грозы успеть кончить эту комедию. А то мы рискуем промокнуть до нитки. Знаешь, Трубецкой приготовил дома ужин с шампанским. А, ну вот, тем более нужно поторопиться. Ну, конечно. Господа, в последний раз предлагаю вам помириться. Помиритесь, господа. Будьте друзьями, как прежде. Ну что ж, я готов. Прошу тебя, закрой пистолетом сердце. Ладно? Ходите!
Стреляйте, или я вас разведу!